Музей писаночной росписи или просто писанка, музей декоративных паскальных яиц. В коллекции музея более 1200 яиц из разных регионов Украины и стран мира. Также много там экспонатов с автографом известных политических деятелей Украины. Здание это новое. Музей сюда переехал только в 2000 году. До этого он тоже раньше функционировал, но на базе Музея народного искусства Гусущины и Покутия. 23 сентября состоялось его торжественное открытие. В начале видео мы видели большое яйцо, памятник писанки, высота которого 13,5 метров, а диаметр 10 метров. Таким образом, Коломыйский памятник является самой большой писанкой в мире. Ну а помещение музея изготовлено полностью из цветного стекла, и общая площадь составляет его свыше 600 квадратных метров. На первом этаже холл, ну а основная экспозиция находится, конечно, вот внутри этого, на втором этаже. Центральный холл такой полукруглый, и создается впечатление, что вы находитесь внутри самой писанки. Здесь разные яйца с различными орнаментами, даже можно специальные инструменты увидеть, как они расписываются. Ну, немножко дальше даже можно специально потренироваться самим в росписи. Различная символика здесь, допустим, это крест, это рыба, то есть какие используются знаки, грабли, грабельки. Дальше что у нас здесь еще? А, крест, это церковная тематика, крест это здесь. Дерево жизни. Так что, в принципе, это своего рода искусство, по которому можно увидеть, что оно описывает. Очень много из раритетных фотографий начала 20 века, я так думаю. Ну и, конечно, с экскурсоводом это все намного интереснее. Кстати, на этом стенде тут расписана подробности технологии изготовления писанки, и можно сами попробовать с помощью воска. Рядом находится кусочек гуцульской избы, где вот в таких вот избах эти все писанки появлялись на свет. Так что без предупреждения можно сказать, что это царство пасхальных яиц. А вот на этом стенде, кстати, очень много писанок, которые были изготовлены за рубежом, там, где сильна украинская диаспора. Даже Австралия, австралийские писанки тут присутствуют. Вот видели там, с кенгуру. Кенгуру на фоне трезуба. Интересное сочетание. Так что, если будете в Коломыи, это обязательно посетите музей, потому что это, в принципе, я бы сказал так, достопримечательность номер один города. А, кстати, на этой фотографии писанка, вот это, по-моему, она в Чикаго установлена.